Сейчас, подожди, я тебе размешаюсь, что? Я знаю. Сними колпак, Паль, Соня, я дёрну. Итак, на сегодня нам определили фронт работы. Залить еще два пролета. Помните? Это увлекательный процесс заливки стены. Ну вот, в итоге где-то здесь вот затекло после ливня. Ого-го-го. Вот. Вот. Вот где затекло. Вот на луже, вот отсюда затекло. Вот отсюда затекло по стене. Видите? Здесь больше нигде не затекло, стена держит. Здесь вроде бы все нормально. А вот там затекло. Ладно. Сейчас, значит, будем отрывать. Совковая лопата здесь есть. Одна. Вот еще две я принес. Молоток есть. Сейчас, наверное, будем отрывать щиты. Ветер тоже тут. Рыжий. Короче, слушай, а мне видно. Дед с бабки, блядь, жрать садятся. Угу. Ну, едят, нахуй. Бабка чавкает, блядь, дед жрет, жрет. Я ложку облизнул по лбу и бух, как уебал. Да за что, блядь? Заебал, говорит, чавкать, блядь. Ну ладно, больше не будет. Хуяк опять едят, такие раз. Все нормально, бабка не чавкает, блядь. Дед прям ложка облез опять и в лоб. Хуяк. Бу. Сейчас, говорит, за что? Говорит, как вспомни, как ты чавкаешь, сука, аж, блядь, блевать охота. Где все стаканы-то, ёб твою мать? А вот рыженький. Это все, это замес нашей Мурки. Мурка наша умерла. Это Санек принес есть. Который нашим, газовым работает. Наша Мурка. Её убил кто-то. И сдохла. Лёха говорит, что убил кто-то. Ну, не видно, хребет переломан. Лёха вскрытие производил, говорит, кто-то убил её. Ну, вскрыть там мне черви, блядь, были, я закопал. Там. Ну, видишь, Лёха, у него патологоанат по кошкам, блядь. Могу могилку показать. Вон возле того столба, блядь. Крестик стоит? Крестик ещё не сделал. Херово. У меня фотографии есть Муркина. Да? Можно приклеить. Не хорошая кошка была, жалко. А котят он в ангаре дикие, блядь, не подходит. Это хороший, ласкливый котенок, рыженький. Я ее кошку на кладбище нашел, принес. Ну да, ты говорил. Да она и пожила тут что-то, блядь, с весны. Нет, я где-то после Нового года нашел. После Нового года? Хорошая кошка. Ее хули. Ласкливый. Деды, блядь, не пускали в будку? Ну да. Она, я помню, аж кашлять начала, я ее нахуй раз. Она, блядь, хуй сколько дней сидела, блядь, под диваном, блядь. Потом раскрывает. Несем проволочку. Щиты, чтобы ребята копают. Это небольшую траншейку. Ну, чтобы, короче, сейчас делать нефть, чтобы без дела не сидели. Да это понятно, без дела, но, видишь, затекло есть. Ну, что это да, здесь делать? Да зальем сейчас херня. А странно, трактора ставить. Только там хуй подъедешь. Нет, они подъедешь. Кун, нахуй. Да мы не ставили там ничего. Куном, а куном. И погрузчик. Рту тоже бери мне, Лёшка. А? Кусок тот бери. Лёд, дождись, вчера хуярил. Ибо... Да мрак вообще. Ты прям от соседа до дома добежал, нахуй. Угу. Так, ну прям тропиканский дождь. А передвигать не будем? Бетономешалку передвигать не будем? Ну а что, вот так же его натянется, я думаю, туда. Пергамент? А может, саморез прям железный? Устал? Я спал, двое суток спал. Молодец. А что там, что-то не тут? А? Бля, сумки, да? Есть 6 залив, ты 7 мешков получается. Сумка висит, где поехали. Да, ничего страшного. Что, лопат совковый нести, да? Нет. Не,
три принесу. Одну будем накладывать, а другой, другими двумя, наверное, будем засыпать. Ой, одна рука занята. Туда, на молодежь, чтобы они мне лицо не щелкали. Хорош! Ну, понял. В спайме сейчас запускаю. Миксер. Размешается, что? А то он залипло, блядь. Он, видишь, залипло, блядь. Девки поймать нахуй, отбить. Она он залипло. Вон, видишь, залипло, блядь. Штыковая где? Кухня. Включай. Сейчас. Я ее вот лопаткой немножко ковырну. Не, ты сейчас это не осилишь так. Отскочит, Серег. Думаешь? Да. Да, она залипла, Петрович. Пусть не отскочит. Ром. Так, аду приготовили. Под залив. Прям ты прикрутишь, да? А что это дает? Так, дядь Федя закидали. 70 совков. Мучки. До обеда сливали, до пролета. Сколько часов? 6 часов нам надо будет. Ну, давай постараемся. Без обеда, если. Ну давай без обеда. А? Здесь беда, здесь надо убираться, нахуй. Ну надо все равно в холле не поедешь. Да куда поедешь, сучина? Ну давай так, нахуй. Попробуй без обеда. Сейчас по максимуму выжмем. Особо курить не будем. Много надо. Здесь 6, а может и 7. Таких замес. Мешок и ведро цемента, 70 совков песчано-щебенчатой смеси. 4 ведра воды. Ну, она сырая после дождя. Так раньше по суше было. Пойду воды попью, наверное. Чуть пить захотелось. Thank you.
второй щит начал заливать. Пойду попью. А то я так и не попил, воды не было. Ребят привезли воду. Пить его. Вроде без обеда хотели. Не знаю, сейчас время 11. Поэтому за 2 часа должны залить. В час домой ехать. А завтра подметать ангар. Ячмёт. А что там, паттерн выхлопнул, да? Да оттуда тут соприл он, нахуй, наверное. Ну, ребята, того же, сосару самого, у него есть. Все, поправим, Лёх, кислота, хуета, да? Ага. Молодец. Поемки хорош, мощный. Сколько киловатт? 100 ватт. Ого, я думаю, мы еще мощнее. Сейчас облудим. Он еще хуй, тут и вода, он видишь, парит, он нахуй. Его сейчас погреть бы, блядь, горелочкой. Блядь, пока его прогреешь, блядь. Да. Дождь тустер. Ну что там, Миш? Часаган? Все, да? Что, может, канистры две сразу выйдет? Не, Миш, давай лучше канистры. А мы все израсходим. А ну, а что с плодами ведутся? Да и бог с ним. Но мы не полный сделаем. Будет не 35, а 30 лопат. Да сейчас принесу. Там много еще осталось сливать? Два мешка цемента. О, нормально, должно хватить. Да должно хватить. Да и не хватит, да и хер бы с ней. Он, блядь, выкинул, походу. А нет. Че? Он Петрович выкинул. А че такой был? Так, давай. Давай цемент. Давай цемент. Один нож. Давай, бери, вот. Блять, Саш, что ножик не наточен? Я не умею, мне нельзя тут заточить. Вырубай сыр. Без ведра будем, без ведра? Без ведра, да. Нажимай. Что, без ведра тогда будем, а? Тогда что, по 30 черпаков сыпать? По 30? По 30, так по 30. Там все-таки осталось, или нет? О, осталось. Мишка грустит, ему одна подруга не дает. Назови ее фамилию, имя. Фу, блядь, волосатая, фу, блядь. Ну, побрей жопу, нахуй. Я-то уж шланг старый, нахуй, моя жена стерпит, а девки-то молодые, блядь. Пусть так. Ну, ты куда пошел? Куда-нибудь, блядь, отсюда подальше. Подальше? Уже все? Подальше? То мне у вас нравится, а теперь уже подальше?
Все, наработался? Сейчас на расчет месяц зарабатываю домой. Кто тебя напряжает, скажи? Я не буду вообще. Какие граждане? А, все хорошие. Да? Кто камеру выключилась, блядь? Пидорасы, да? Они кругом пидорасы. Уёбки. Подойди вон за дверь, прям крикни. Уёбки. И бегом оттуда. Давай, а я сниму. Куда, блядь, сразу на кладбище бежать-то? Мы потом посмотрим. Сразу тебе могилу рыть, нахуй. Я просто буду смотреть, что вслед с тобой полетит. Какая запчасть-то интересная. Молоток, домкрат. Что там будет еще полетит? Ну, хватит, чтобы цели достигла. Тебе не жалко меня? Мне тебе жалко будет, да. Он, блядь, я вот тогда раз. Алёша, блядь. Ну что, это, на мечке с ней поехал кататься? Он не дал. О, сейчас пойду спрошу. Давай. Может так взять? Лё, куда прокатиться-то? Заведёшь, если заведёшь, катайся. Краник. Какой краник? Или не надо, он нормально. Куда ты залазишь? А ключи дай. Ключи, блядь. Вот так делаешь ножки, блядь. Вот так кран, блядь, так он текет. Вот эту хуйню поднимаешь кверху, раз. Не хочет. Это мы все отхуёт. Наверное, особо. А он не залазит, может, бензин кончит. Сними колпак палец, он я дёрну. На разрыв, да, Лёш? Попробуй, край, если я пересосал. Давай толкнём. Такую недавно не. Врачи, короче, самый. И он заведется, да? Наверное. А то газ, газ не газует. Сильнее, ну, блядь. Не газуй, говорю, блядь. Ты наверное, мотоцикл и картинки видел. Ты ножку-то отпускаешь. Сейчас, пробзит, короче. Пиздануться можешь прямо здесь, вот прямо сейчас? Второй, блядь, поехали. Изер. Блядь, дымит, он пересосал, нахуй. Да Мишка бздит, нахуй. Блядь, что делать? Может, масло перелил вчера, блядь? Да, хуй, с дрожащими руками ты можешь не перелить. Бля, пересосал задний путь? Нет, нормально. Помягче. Хороший был мотоцикл, Лёх. Хороший. Кто мне свой отдаст, ёбка? А у него нет уже, он продал нас. Да, я на Жигулях там. Там в дыре втулка стоит. А? Вверху втулка игольчатый. В коленвало. А он не смотрел. Блядь, я не помню. У меня игольчатый новый есть. Да есть у меня дед Махор отдавал мне. А он пластмассовый, блядь? Нет, медные правки. Медные. Сейчас такие новые уже. Одноразовые, блядь. Если что-то нет, да? Бля, не помню, поршневой это тут. Давай, я ставил, а вот не помню, что. Рыженький. Ой. Лёх, как его зовут, Лёх? А втулку развернуть. Как? Васька. Пиздец, блядь. А что, хочешь Серёгу назову? Лучше клички не мог придумать, блядь. Зачем человеческое имя? Давай будильником. Не надо вот человеческое. А это разве Васька человеческое имя? А, ну вообще-то. Ну как это?
Ты что ты сказал, долбоеб? Газу дал, бля, в разнос пошел. Сара, как, говорит, кота зовут, типа, блядь, это? Кто-то, говорит, там, Йося, блядь. Ты что, говорит, не мог Васька назвать? Нам, говорит, человеческими именами называют. Он, блядь, не мог вывернуть, где он тоже там, блядь, сидит. Блядь, Макс, а один большой перед. Новый поставил, вот 40 газов проехал. Ехать, Петрович, заехай. Сейчас тебе пизды даст. Щебенкой в него кидается. Время час дня. Идем домой. Парит по-страшному. Все равно как-то вот серое тянет, типа туч. Как бы опять не вылил под вечер. Ну так, в общем-то, на сегодня все. Увидимся завтра. Завтра будут стебли подъемки, наверное, прикручивать, как я и говорил. Начальник сегодня уже обмолвился о них. Здесь пока маяк хочет сейчас ехать, пробовать молотить. Но сейчас бесполезно, потому что от земли идет сырость, испарение. Вообще там гроза вроде стоит на ночь. Так что, блядь. Ничего хорошего. Начальник сегодня весь день до обед провел в поле, смотрел, глядел. Ну, говорит, да, горох приложил еще сильнее. Но так пока вроде бы еще цел. А там видно будет. Ладно, увидимся завтра. Будем надеяться на лучшее. Все. Пока. Возможно, так будем вести склады. Удачи. Оставайтесь с каналом. Будем тракториста.